Приветствую, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. И в этом видео нас ожидает очередная колода карт. Причем колода карт такая прикольная, что я буквально с первого взгляда влюбился в нее. Эта колода называется Bumblebee, что в переводе означает «шмель». Колода от студии «Иллюзионист». И сейчас мы посмотрим, что они хотели сказать нам этой колодой. Окей, друзья, давайте присмотримся к этой колоде получше. Но первым делом я хочу задать вам вопрос. В курсе ли вы, что за последние 6 лет было уничтожено почти 10 миллионов пчелиных ульев? Не в курсе? Ну тогда знайте, что это действительно так. Так вот, к этой самой проблеме студия «Иллюзионисты» решила привлечь свое внимание. И решила привлечь внимание тем, что выпустила вот эту замечательную колоду, которая называется Bumblebee. Этой колодой они хотели сказать о том, что пчелы – это очень-очень важные насекомые, наверное, самые важные из всех существующих насекомых на планете для жизнедеятельности человека. Они нам действительно жизненно необходимы, потому что 1/3 растений, которые употребляет человек в пищу, опыляется пчелами. Без их опыления эти растения просто не выживают. 10% прибыли от продаж вот этих вот колод студия «Иллюзионист» отправляет в специальный фонд по защите природы, который как раз вот, как я думаю, наверное, специализируется на пчелах. Ну да ладно. Давайте с вами присмотримся к этой колоде получше и посмотрим, что она из себя представляет. Итак, первым делом мы видим такого вот кремового оттенка колоду. Такая приятная кремового оттеночка колода, такая в старинном стиле надписи здесь. И здесь такими большими буквами, которые сразу бросаются в глаза, надпись Bumblebee, что в переводе означает шмель. Далее мы видим надпись Finest Quality, лучшее качество. Здесь надпись Local, Naturally Sweet, то есть натуральная, местная, натуральная, сладенькая. И далее здесь надпись такая Playing Cards и надпись Bees Make the World Worth Sweet, что означает «пчелы делают весь мир сладким». И здесь нарисована такая пасека, значит, такой старинненький домик, значит, такой дым из трубы идет. Здесь такие ульи, пасека такая, да, с ульями, здесь пасечник стоит. И здесь такой рой пчел такой разлетается, и вот он здесь такой кружится. А здесь надпись «Naturally Smooth», что в переводе означает «естественно гладкий», кажется так. И здесь вот a buzz. Buzz, видите, в кавычках зено. Взятое на... Ну, вроде как переводится, какой кайф, что ли. Или что за удовольствие, что-то вот такое. Ну, здесь мы видим шмеля нашего нарисованного. Здесь такая вот пуля висит. Ну, здесь, собственно, все то же самое. Здесь изображена сзади у нас рубашечка, которую мы обязательно отдельно посмотрим. На крышке также изображена пчела. Открываем. Значит, на коробчонке написано «Bees are beautiful». То есть все мы знаем слово из английского «beautiful», что означает «красивое», да? Но здесь это написано маленечко по-другому. Видите, «be» взято в кавычки и «beautiful» подписано. И что в переводе означает «bees are beautiful», то есть пчелы красивые. Ну и здесь такие вот масти у нас изображены, включая такая вот сота такая пчелиная, да, вместе с остальными мастями. Здесь вот изображены как раз эти соты на крышечках. Открываем. Давайте поглядим, что у нас себя представляет эта колода. Итак, первым делом, конечно же, давайте возьмем двух джокеров. Джокеры здесь такие вот пасечники, которые летят на шмеле. И здесь подписаны такие вот важные факты, которые, возможно, вы о пчелах и не знали. Итак, здесь вот написано «The Dividing Honey Bee is a Vitellus», ну, то есть ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что в переводе означает, что делающие мед пчелы имеют жизненно важное значение в качестве опылителей. Ну, об этом я уже говорил. И здесь написано «Effort of all plants we eat have been pollinated by bees». Что в переводе означает, что 1/3 всех растений, которые мы едим, были опылены пчелами. И здесь вот изображен такой пасечник с лассо, сидящий на шмеле или на пчеле. Вот такие вот у нас джокеры. Далее у нас пиковый туз вообще просто роскошно придуман. Просто вот, блин, молодцы. Вообще я люблю карты B. Там тоже мы помним, там есть вот эти вот
ульи. И поэтому мне вот эта вот карта прям очень симпатизирует. Обратите внимание, здесь нарисована пиковая масть. В ней помещена такая, ну, помещен улей пчелиный, оттуда такой рой вылетающий. И здесь такая вот пчела крупная нарисована. И здесь надпись, соответственно, Ace, значит, и пиковая масть. Обратите внимание, как она прорисована отдельно. То есть непривычно нам, да, такие вот видеть индексы. Но это прям такая фишечка классная, мне вот прям очень это нравится. Ну, здесь вот такая вот рубашка. Собственно, здесь нарисованы по углам такие пчелки. Также улей висит. Здесь вот в серединке соты. Здесь тоже пчелки такие лазят. В общем, рубашечка такая качественная, добротная. Как обычно, они друг дружку зеркалят. Так, далее, значит, что у нас идет? Ну, далее идут сами карты. То есть, обратите внимание, как у нас они сделаны. Двойка, тройка. То есть, это не то, что мы привыкли видеть. И что мне нравится, то что они нарисованы такие, как будто бы в старинном стиле. Вот я прям уважаю такие карты, мне они очень понравились. Вот обратите внимание, как она изображен валет. В принципе, тот же самый валет, который на стандартных, значит, картах старших, да. Но, видите, он изображен в таком в старинном манере, таком, как бы, не как мы привыкли, такая штамповка, а вот как будто бы вот он прорисован вручную, такой вот старинный. Вот это тоже плюс, причем плюс такой прикольный, мне прям это нравится. Далее, значит, дамочка, король, бубновая масть, обратите внимание, как нарисовано, интересно. Вот такой вот у нас валет, дамочка, король, крестовые пошли. И вот такие вот уже крестовые масти. Обратите, как сама масть крести прорисована. Так смешно, старинно, как будто бы действительно вручную рисовали. Ну и наш тузик и червовые завершают. Вот такие вот червовые. Здесь в конце у нас две такие карты, одна рекламная карта иллюзиониста, а вторая такая вот карточка, здесь написана фраза Альберта Эйнштейна, фраза, которую он адресовал именно пчелам. И здесь написано следующее: если пчелы исчезнут с поверхности земного шара, то человек будет жить только, ну, не более 4 лет. Нет больше пчел, нет опыления, нет больше растений, нет животных, нет человека. Альберт Эйнштейн. Вот так вот примерно эта фразочка и переводится. Да, что касается качества исполнения карт, то есть, конечно же, все мы хотим, чтобы они были четкие, мягкие, хорошо работать с ними, чтобы было. Друзья, карты эти очень мягенькие, то есть слушаются они прям капитально, то есть поддаются деформации прям очень легко, это не ноти, которые жесткие. Этими картами прям работать одно удовольствие. То есть веерение, да, у нас скольжение карт также на высоте. Хорошо они у нас скользят. Также хорошо раскладываются всякие наши ленточки любимые, да. Делаются перевороты такие вот. В общем, карты, ребята, реально офигительные. Я себе такую колоду приобрету по-любому. Ну что же, для тех, кто заинтересовался, ссылочка на покупку этих карт, как обычно, будут в описании к этому видео. И, друзья, давайте, наверное, мы с вами поторопимся, купим по такой колоде и поможем тем самым спасти пчел от гибели. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же моряк, и до следующих встреч на нашем судне.